Социальная карта жителей Подмосковья 181 рубль 10 копеек. Рубль 10 посмотрим. Пишите ваще. Хорошего дня. Подмосковье – это регион комфортной жизни. По крайней мере, именно к этому стремится его руководитель Андрей Воробьев. Очередным подтверждением того, что на территории Московской области делается все для людей, послужило нововведение, вступившее в силу с 1 сентября. Теперь все держатели социальных карт в ряде сетевых торговых предприятий имеют право на 5% скидку. Она распространяется на все товары и действует в период с 9 утра до часа дня. Ленинский район не отстает от тенденции, и его глава Олег Хромов также создает для жителей благоприятные среду. В муниципалитете купить продукты со сниженной стоимостью можно в таких магазинах, как «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток», «Атак» и «Магнит». Я считаю, что это очень удобно. Мы ждали этого. Теперь мы очень довольны. Кому-то скидка в 5% покажется смешной, но для малообеспеченных групп населения это отличная возможность на сэкономленные средства позволить себе что-то лишнее. На 23 рубля вот взяла дешевле. Я на 500 чем-то брала, 560, что ли, 30 рублей скидка. 30 рублей не валяется для бабки пенсионерки. Мне, конечно, это нравится. Сейчас я брала песочек, 2 пакетика, сняли с меня почти 6 рублей. Для пенсионерки это очень важно. Важно отметить, что скидка предоставляется исключительно по предъявлению покупателям социальной карты. Если вы обладаете привилегией, но забыли свой документ дома, продавец имеет право взять с вас полную стоимость покупки. Эта программа действует чуть больше недели, и пока еще не все жители района с ней знакомы. Была на даче, не знаю, вот первый раз удивилась, пришла спрашивать социальную карту. Никогда скидок не было. Сейчас говорят, что надо. Я просто не взяла с собой проездной. В скором времени по социальным картам можно будет приобрести и жизненно важные лекарства. С 1 октября в государственных аптеках на них будет распространяться скидка в размере 8%, а в частных – 5%. Власти региона уже заключили соответствующие договоры с 6 коммерческими аптечными сетями. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.